предоставляете возможность ответить рецензентам. Да, по поводу того, что не отражена роль, мне, к сожалению, просто не удалось найти конкретные источники, на которые я бы мог сослаться и привести, дать конкретные цитаты, к сожалению. И, конечно же, да, если они мне когда-то найдутся и работа продолжится, я обязательно это учту. А по поводу номинации, такое предположение, что там был заложен некий прагматический потенциал иной, потому что, в общем, чтобы все понимали, там имена двух адмиралов впервые в текст вводятся, и имя одного из них, адмирал Горшков, нет, дано без имени и фамилии, а имя Байкова с Иван Иванович, кажется, если не ошибаюсь, с именем и фамилией, по отчеству. И я подумал, что таким образом автор демонстрирует свое отношение, как бы таким высказыванием своего рода, что отчество, наличие отчества имени показывает положительные отношения, и там как раз речь идет о том, что человек, который Байков, он сыграл позитивную, положительную роль в жизни Майонеска, а Горшков, напротив, имя которого употреблено только фамилия, он описывается в негативном ключе, может быть, как-то и косвенно скрыто, но тем не менее в негативном. И об этом факты исторические принципы. Понятно. Спасибо большое, Евгений Александрович. Вам предоставляется возможность высказаться заключительным словом, что хотите. Спасибо в первую очередь членам комиссии, что предоставлены возможности и ваше внимание. Рад, что работа вызывала у вас интересы и вопросы. Спасибо всей кафедре выпускающей за то, что мы наконец-то дошли до этого финального этапа, и он принес такие вот результаты, и это было невероятно интересно. Особая благодарность Валерию Владимировичу, Максиму Борисовичу и музею, потому что у нас появилась такая возможность, как здесь уже сказали, что зародилось такое творческое сотрудничество. Максим Борисович, вам отдельное спасибо. Я благодаря вам заинтересовался языком кино, в принципе, тогда, когда был потенциал вот этот вот дублирования. Мне просто после этого стало для себя интересно просто изучить вообще, как это работает изнутри, потому что я раньше в ту сферу никогда не залезал, так скажем. И вот во что это вылилось. Поэтому вам спасибо тоже большое. И, разумеется, Пантелееве Елене Михайловне, потому что я... Тут все сказано было за меня, просто скажу кратко, работать с вами было одно удовольствие. Я надеюсь, что работа эта будет продолжаться. Да, потому что... Спасибо большое. Невероятно отзывчивый, помогающий человек в любое время не иначе. Спасибо большое. Ваша защита, Евгений Александрович, закончена.